Метро — это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар. Но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он. Хантер, друг моего отчима. Он изменил все, и в особенности мою жизнь. Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Пойдем, Артём, пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Что ты хочешь сделать, чёрт? Саша! Так уже. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Сереженька. Привет, Артём. Сереженька, моего никто не видел. Прошлой ночью я не спал, напали на наш дозор. Госпиталь переполнен. Послушай, что говорят люди. Многие хотят валить со станции. Лёша, Лёша, боже ты мой. Да? Что же делать теперь? Где ты, Лёша? Мама. Я хотела тебя отпускать на это дежурство. Пойдем, Артём, что с Алексеем, не знаете? Лёху кто-нибудь видел? Лёху Рыжего. Посторонний. В ночь вчера дежурил. Пётр. В самом пекле оказался. Ход был молча. Да, извините, не узнал. Это опять черные были, да? Все под контролем. Проходите, мой товарищ. Мой брат в лазарете. Не знаю, выживет сколько он или нет. Наших убит? Да кто тебе рассказывает? Врач ничего не говорит. Они мне ничего не скажут. Не знаю. Давай, Артём, не задерживай. Что делать? Нет. Мы тут в осаде. Родные рвутся к раненым своим. Как раненые? Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг, душу рвут. Люди сходят с ума. Не могу. И не умирают могу. Рано или поздно. Добраться. Добраться. Не выходит. Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну-ка, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих... ваших мутантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за дело? Что-то страшное.
Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черные. Тревога! Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Это... Они идут сверху. Черт подери, только этого не хватало. Черт, уже за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Хантер... Саныч, мы остаемся в этом зале. Вперед, пошли! Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Все нормально. Конечно, этот-то не пропадет. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх — их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих, Homo novus. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпотрошили. Черные! Черные напали! Внешний блокпост уничтожен! На разведку. Слушай меня внимательно, Артем. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артем. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял?